Во дворце детского и юношеского творчества Кировского района состоялось торжественное награждение и праздничный концерт для победителей школьных олимпиад и их учителей. Были награждены более 10 ребят, каждый из которых выиграл в этом учебном году от 3 до 8 олимпиад по разным общеобразовательным предметам. ОБЖ, химия, физика, математика, русский язык, литература. В общем, каждого награжденного можно смело отнести к разряду всесторонне одаренных детей. Аплодисменты! Улыбнитесь, ребята! Ведь это ваш звездный час! Все радуются за вас и гордятся вами! Спасибо вам большое за ваши победы! Но дарование детей невозможно выявить и тем более развить без кропотливой работы педагогов. Задача учителя не просто дать знания, но и привить любовь к своему предмету. Только такие наставники добиваются феноменальных результатов, и они тоже достойны своей награды. И на этой церемонии награждали педагогов, которые воспитали от 3 до 13 победителей школьных олимпиад. Я люблю этих ребят, потому что они такие искренние. Честные, и именно свое такое проявление в отношении к предмету, в отношении к лицею, в отношении к школе, в отношении к самим себе, какое-то вызывает самоуважение. За это я их люблю, за это я их уважаю, за это я их ценю. У этого мероприятия большие традиции. Достаточно сказать, что история подобного поощрения одаренных и трудолюбивых детей в Кировском районе началась еще в Советском Союзе. Эта церемония у нас традиционная. Она в этом году проходит уже 25-й раз. Каждый год мы собираемся в апреле месяце. Мы подводим итоги районного этапа. Мы благодарим учителей, которые подготовили замечательных, талантливых детей. Мы вручаем детям прекрасные подарки, ценные призы для того, чтобы показать, что они не просто замечательные, умные, талантливые, но они важны и нужны для района. Очень важно, что среди наших предпринимателей есть люди, которые в страшные 90-е и в кризис 2008 года, и в наши непростые, связанные с геополитической ситуацией дни, не бросают начатыми когда-то дело и продолжают оказывать поддержку такому необходимому нашему городу и стране в целом мероприятию. Когда приглашают поучаствовать в олимпиадах, не отсиживаться на задних рядах, а встать и выйти и сказать: «Да, я хочу поучаствовать, испытать свои силы». Вот от таких шагов, от таких поступков у школьников складывается тип личности, тот самый тип личности, который приводит их в будущем к успехам либо в науке, либо в каких-то других сферах деятельности. И такие люди, надеюсь, и составляют элиту нашу, тех людей, которые улучшают жизнь в нашем городе, в нашей стране. Пожелаем успеха организаторам и спонсорам этого мероприятия в будущем, а педагогам и ученикам выходить на эту сцену еще не один раз.